Классический балет под современные музыкальные ритмы. Солисты образцово-хореографического ансамбля «Экспрессия» свое творчество привыкли показывать и на местном уровне, и на международных сценах. На этот раз 28 танцоров пируэты крутили на сцене Московского государственного строительного университета. Конкурентов было очень много. Вся Россия, Москва, Подмосковье. С Дальнего Востока у нас были наши коллеги, это Сахалин город. Танцевальное пристрастие детей активно поддерживают родители. Мамы и папы предложили показать творчество коллектива перед хореографическими знатоками России. Они же и оплатили поездку. С середины августа, 7 раз в неделю, не снимая пуанты, ребята трудились у хореографического станка. 1 ноября улетели в столицу. На сцену вышли на следующий день. Невзирая на разницу во времени и желание спать, танцоры заворожили членов жюри. Для нас это было чисто физически тяжело на второй день после перелета. Мы все очень волновались, потому что жюри было очень строгое. И выступать перед такими как бы мэтрами танцевального искусства было очень сложно и волнительно. Наши ребята стали лауреатами второй степени в современной хореографии. Два диплома первой степени в народной стилизации. А солистка Виталина Касарина в очередной раз подтвердила звание лучшей танцовщицы ансамбля. Девушку отметили личным дипломом. Можем сказать с уверенностью, что у нас все получилось. Мы очень довольны своими наградами и результатами. 13-й международный конкурс хореографического искусства проходил 2 дня. Из 300 номеров в галоконцерт попали всего 24. Примечательно, что уссурийцы – единственные танцоры, кто удосужился представить 2 танцевальные заготовки. Виктория Сарада, Антон Войцеховский, Телемикс.